Вони – символи добра та милосердя. Вони щодня бачать жахіття війни та щодня рятують людські життя. Відверта розмова із медичними сестрами у їхнє професійне свято. Прямо зараз мої гості. Медична сестра відділення інтенсивної терапії політравми Сергій Кириченко, операційна сестра приймально-діагностичного відділення Тетяна Черкашина та медсестра відділення нейрохірургії номер 2 Наталя Карабут. Це все медсестри лікарні, обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Це я так нагадую для телеглядачів. Прежде чем перейти непосредственно к разговору, о вашей такой непростой профессии, я бы хотела процитировать главврача Мечникова Сергея Рыженко. Он написал, поздравлял, когда вас с праздником: «Любить, жалеть, спасать без остановки. Сострадание и сочувствие сделали ее почти святой. За многие лета работы она научилась отказываться от лишнего, работая в новых экстремальных условиях. Цена ее мечты, чтобы он выжил. Таких большинство в больнице Мечникова. Мы абсолютно уверены, что она каждый день совершает настоящий человеческий героизм. А спасение жизни становится величайшей миссией. С праздником вас, любимые наши медицинские сестры!» Я присоединяюсь к поздравлениям, ведь это действительно так. И еще раз хочется напомнить телезрителям, это, опять же, Сергей Анатольевич Рыженко напомнил на своей страничке в Facebook о том, что уже целых 3 года поступают раненые в больницу Мечникова. А ведь это не просто раненые, и много можно приводить разных случаев о том, как взрывом кому-то разнесло. То есть мы об этом еще поговорим детально. Вот с тех пор, с 9 мая 2014 года, пишет Сергей Анатольевич, спасено 2300 тяжелых раненых, проведено 3600 операций, перелито 2,5 тонны крови. Я не буду цитировать весь пост. В общем, обо всем этом мы сегодня и поговорим. Давайте знакомимся ближе. Татьяна, вы работаете в больнице Мечникова 10 лет. Вы операционная медицинская сестра. Вот, то есть вот эти вот тяжелейшие операции, вот это вот все вы видели. Да. Ваша задача, вы в операционной должны организовать процесс. Но, насколько я понимаю, что хирург, он должен понимать, что у него надежная медицинская сестра, он знает, где у него что лежит. Угу. Точнее, вы знаете. Я знаю, да. Точнее, я знаю, да. Я четко должна выполнять его указания, знать, что он сказал. Чувствовать, даже должна знать иногда хоть до операции, что будет, зачем. Я как бы должна уже предвидеть это заранее. То есть вы, в принципе, могли бы, знаете работу хирурга, не скажу, что могли бы оперировать вместо него. Нет, нет, не смогла бы, но просто я должна знать наперед, что он попросит, что нужно ему дать. А операции, это набор инструментов, да. Каждая операция один и тот же? Нет, на каждой операции разные, да. И он как бы, за 10 лет я уже привыкла к ним, да, уже как бы идешь автоматически, накрываешь стол операционный. 3 года работы. Вот эти вот, которые как раз вот боевые действия на Донбассе, самые тяжелые. Да, самые тяжелые, действительно, да. Так. Сколько операций максимально вы делали за день, вместе, командой? Сколько делали в день, в сутки? Ну, в сутки получается где-то, вот, как бы я помню, 14 операций было за сутки, да. Мы вот как бы команда во главе с Сергеем Анатольевичем работаем. Особенно было как бы тяжело в самом начале, когда привозили к нам бойцов. Как бы им была не оказана первая медицинская помощь на поле боя. Их привозили к нам, и мы оказывали им помощь. Вот. Очень было тяжело, конечно. Вы сказали, им тогда не оказывали первую медицинскую помощь. Да, первая медицинская помощь не оказывалась. А сейчас как бы там уже они к нам поступают, уже им оказана первая медицинская помощь. А сначала к нам поступали бойцы прямо с поля боя. Какой самый вот такой запоминающийся, самая запоминающаяся операция? Может, самая сложная, самая длинная? Нет, или... я как бы вот не операция, я просто помню, молодой парень, 19 лет, он поступил с огнестрельным ранением бедра. И когда вот скрыли повязки, там уже у него началась газовая гангрена. Вот, и стоял вопрос об ампутации нижней конечности. Вот как бы вот молодого человека, этого я помню, 19-летнего парня. Еще поступил 26-летний. Тоже молодой человек, у него было осколочное ранение брюшной полости. Все внутренние органы были снаружи, как бы сразу же его взяли на операционный стол. Так вот. Как вы держитесь? Ведь это даже вот так увидеть сложно, а тем более вы такая хрупкая. Спасибо вам большое. Наталья, в отделении, в котором вы работаете, да, там, конечно, это не операционное, у вас, расскажите немножечко о том, что делаете вы. Я работаю в отделении 2-й нейрохирургии больницы Мечникова. Я очень рада, что работаю в этом отделении. Наше отделение оперирует сложнейшие
нейрохирургические опухоли головного мозга, травмы головного мозга. На плановые операции больные приезжают не только с города и области, а и приезжают со всех уголков Украины. Выполняются серьезные операции. Ну, тоже я пришла на работу в 2014 году, как раз в тот момент, когда было начало военных действий. И запомнился мне один из, мой первый пациент из зоны АТО. Это был молодой парень, 18 лет, с тяжелой черепной мозговой травмой. Он долго лежал в отделении политравмы, в реанимации политравмы около месяца, потом перевели его в стационар. Больной сам не дышал, дышал через трахеостому, кормили его через зонд. Вот, верхние конечности и нижние конечности были без движений. И помню его глаза, помню, как он восстанавливался, каждые его шаги первые. И очень приятно, когда его уже выписывали, он смог стоять и пошел домой собственными силами. Много таких историй, когда привозили, да, там людей, которые не могли ходить, не могли самостоятельно что-то делать, а потом они все-таки сами выходили. Ну, нейрохирургические больные, они в основном все после операции лежачие, и первые трое суток не встают. Ну, бывает и больше. А потом идут на поправку и уже выздоравливают. Сергей, вы работаете в реанимации. Ну, и вы уж извините за банальщину, но тем не менее, да, все привыкли, что медицинская сестра – это все-таки более женская профессия. А вам, как мужчине, тяжелее или, возможно, ну, чувствуете, что это все-таки более женская профессия? Ну, вы знаете, для меня медицина – это все-таки призвание и состояние души. И я не считаю, что мужчина или женщина, неважно, кто ты. Главное, чтобы ты был профессионалом своего дела. Вас тоже, у вас очень тяжелые больные, да, реанимация. Крайне тяжелые больные. После операции только. Послеоперационные. К нам в реанимацию поступают либо послеоперационные больные в крайне тяжелом состоянии, либо прямо с ремзала мы их подготавливаем к операциям и подаем в операционную, где проводятся сложнейшие операции. За эти 3 года, нелегких для нас всех, конечно, тяжело стало работать. Мы, ну, очень тяжело стало работать. Работаем физически и морально. Физически и морально, потому что тяжело наблюдать, когда привозят молодых парней с ампутированными конечностями, с тяжелейшими травмами грудной полости, брюшной полости. И их надо выхаживать, их надо возвращать к повседневной жизни, чем мы и занимаемся в реанимации. То есть от, ну, грубо говоря, от вашей работы зависит тоже многое. Станет ли этот человек впоследствии на ноги или конечно, нет? Конечно, от нашего профессионализма, от нашей уверенности, от наших возможностей зависит дальнейшая судьба каждого бойца. А есть ли у вас какой-то секрет, вот, как морально все вот это вот выдерживать? Как вы психологически с этим справляетесь? Ну, мы понимаем, что дороже человеческой жизни нету ничего на свете, поэтому и прикладываем морально много и физически, и моральных усилий для того, чтобы сохранить это самое ценное, что есть на земле. Татьяна, а много ли бывало таких случаев, вот что вы все-таки опытная, очень опытная медсестра, и когда есть же люди, которые проработали даже вот с вами вместе, ну, значительно меньше, чем вы, медсестры, молодые, я имею в виду, а как вы им помогаете? Ведь если кто-то попал, грубо говоря, сейчас, да, там, к вам, и как раз вот эти 3 года самые тяжелые ранены, это очень тяжело, и человек, который, в принципе, ну, не особо опытен, как вот им справляться? Ну как, мы рядом помогаем, подсказываем, стоим. Девочки как бы хотят этому научиться, мы рядышком им подсказываем, обучаем их. Сознание не теряют, в обмороки не нет, падают? Нет, ну уже более, наверное, девочки подготовленные к нам приходят. У нас, в принципе, сложился коллектив уже, девочки давно там работают, все медсестры, которые у нас. То есть новичков таких, да, вот прям зеленых совершенно нет? Да, совершенно нет, да. Мы как бы работали уже, к нам привозили гражданских людей с травмами, это как бы более серьезные травмы, уже к этому привыкшие. Ну, все-таки военные травмы, ну вот еще, ну, да. Сергей Анатольевич говорил о том, что, ну, такого не видели, это приходилось буквально вот учиться что-то. Это да, этого не видели, ну как бы подготовка была уже у нас, мы видели как бы. То есть, в принципе, да. Помочь оказать? Помочь, да, помочь смогут, конечно, и мы помогаем. Да.
А никогда не было вот такого, чтобы хотелось сменить профессию? Ну вот все-таки медсестра тяжело, очень тяжело. Да, тяжело, конечно. Ну, как бы все равно, как бы зов души, наверное, нравится. А у вас, Сергей? У меня тоже никогда не возникало желания сменить профессию. Наталья, тоже все? Мне очень нравится работать в медицине. Не думала об этом. А сколько вы работаете медсестрой? 3 года в этом году будет. Ну, в общем, продолжать будете. Пока да. Так и планируете. А можете назвать вот плюсы вашей профессии? Вот самое основное, что больше всего нравится? Нравится то, что ты помогаешь людям, несешь им добро, помогаешь им восстановиться. И приятно получать потом здоровую улыбку в ответ, когда человек благодарен тебе за то, что ты ему помог встать на ноги. Сергей, у вас тоже такие же плюсы в своей работе? Да, или? Конечно, у меня тоже такие же плюсы, как и у девочек. Это благодарность людей? Да, очень приятно видеть, когда пациент выписывается, приходит к тебе с блестящими глазами, жмет руку, говорит: спасибо вам огромное за ваш труд. Татьяна, это, наверное, самое радостное, что может быть в нашей профессии. Татьяна, ну вам пациенты на операционном столе вряд ли говорят, да, какие-то, конечно, комплименты. Ну, потом приятно приходить в реанимацию, смотришь, пациент открыл глаза, беседует. Мы же приходим туда на перевязки, в реанимацию, перевязываем этих тяжелораненых бойцов. Вот. И смотришь, он уже открыл глаза, разговаривает. Тоже очень, как бы, приятно. Что то ты... есть, ну, грубо, как вот, так сказать, простым мелочам. И да. Вот, а есть минусы в профессии? Как-то не задумывалась над этим. Ну, тяжело же было. Ну, вот 3 года. Вас, ну, вот я уверена, вас вызывали даже тогда, когда вы, по идее, не должны работать в выходные дни. Было же такое? Было, конечно, было. И все равно не минус? Нет, не минус. Как-то уже привык к этому. Ты работаешь в этой больнице, значит, ты должен ехать и оказывать помощь людям. Сергей, тоже нет никаких минусов в работе? Нету никаких минусов в работе. То есть продолжаете так же работать? Ну, Наталья уже сразу сказала, что все хорошо, никаких минусов. А какими навыками должна, вот что должна уметь медицинская сестра? В вашем понимании, вот профессионализм в чем проявляется? Профессионализм? Ну, навыки, как наш говорит заведующий нашего отделения Серко Андрей Григорьевич, что медсестра – это и уши, и руки, и глаза врача. Потому что мы больше времени проводим возле больного, бывают и сутки, если это дежурство, и наблюдаем за состоянием. Вовремя можем увидеть, если человек, пациент ухудшается, и сообщить дальше доктору. Но внимательность основное. Внимательность, да. Естественно, четкость выполнения своих обязанностей. В некоторых ситуациях быстрота действий, потому что бывает, время идет на минуты. И, естественно же, человеческие качества, там, милосердие. Ну, то есть, в любом случае, медсестры – это очень-очень добрые люди. Да? Ну, собственно, по вам так и можно сказать. Сергей, а как можно, бывали ли случаи, когда вы понимали, что нужно повышать квалификацию? Ну, вы очень долго работаете медицинской сестрой, и сталкивались ли с таким, что, ну, вот все-таки где-то нужно что-то? Ну, для того, чтобы соответствовать медицинскому уровню, отделению, в котором я работаю, я регулярно усовершенствую свою квалификацию, посещаю все различные тренинги, мастер-классы, курсы повышения квалификации. А вот иностранцы приезжают? Да. Тоже как-то обучают? Да. Как раз, когда все началось у нас это в Украине, в первые моменты нас очень часто посещали иностранные гости из Израиля, из Канады, из Америки. Они передавали нам свой опыт по военным действиям, по положениям, как бы передавали опыт лечения различных травм военных. Татьяна, понятно, что в последние 3 года, как уже говорили не один раз, стало сложнее работать. Но тем не менее, если вот сравнивать, как работалось медсестре, допустим, вот 10 лет назад и сейчас, комфортнее, лучше, как условия изменились? Как? Конечно, лучше. Тоже да. Оборудование, если вот. Тоже оборудование. Ну, конечно, благодаря нашей администрации, Сергею Анатольевичу, обеспечение очень хорошее в нашей больнице. И намного комфортнее и удобно работать. То есть все становится лучше? Конечно, все лучше становится, да. Наталья, вы принимали участие в конкурсе «Лучшие по профессии». И не только принимали участие, но еще и победили, да? Это расскажите о конкурсе. Ну, ежегодно в больницах области
и в больницах города проходит конкурс на лучшую медсестру. В прошлом году я участвовала в областном, в областной больнице, больнице Мечникова, и заняла там первое место. В этом году попала в областной. И он проходил в три этапа тоже. Первые два тура – это было теоретические задания, а третий тур, финальный, это уже были практические навыки. Вот. В первом туре участвовало 89 человек со всей области, где выбрали 13 человек в следующий тур. И с 13 выбрали лучших 2 человека, куда попала я и медсестра с Кривого Рога. Мы соревновались на равных, очень старалась и волновалась тоже. Конкурентка сильная, тоже была достойна победы. И так мне повезло, что я заняла первое место. Повезло, ну прямо там повезло. А сами ничего для этого не сделали вообще. Ну, долго, конечно, готовилась. И больница благодарна за подготовку, отделению и руководству. Старалась. Ну, а теперь что, всеукраинский? Теперь всеукраинский состоится осенью в городе Запорожье. Страшновато. Где, да, вот я буду представлять Днепропетровскую область. Ну, страшно, конечно, но буду стараться достойно представить нашу область и больницу. Что вы там делаете? Это вот как, ну, теоретические какие-то теоретические знания? Теоретические это... вопросы тестирования, а практически это мы выполняем там инъекцию, выполняем помощь больному и должны комментировать все и показывать, как на самом деле мы все делаем в больнице, на работе. Как вот можно инъекцию сделать вот лучше, хуже? Есть некоторые нюансы? Очень много нюансов. Понятно, эфира не хватит, если перечислять. Все-таки в вашей профессии, вот вы видели много медсестер, с которыми вы даже соревновались. Как они относятся к работе медсестры? Вот те, которые участвовали с вами в конкурсе, с которыми познакомились, они тоже вот горят этой идеей? Ну, большинством, да, ведь профессия медсестры туда приходит с призванием, не просто так. Это человек, который отвечает за жизнь людей. Это очень благородная профессия. Сергей, опять же, и снова извините заранее за вопрос, но тем не менее, вот можете ли вы сказать, кому больше доверяют пациенты, мужчинам, женщинам? Ну, я думаю, что пациенты доверяют профессионалам. Ему не важно, кто перед ним, мужчина или женщина. А сколько медсестер в областной больнице Мечникова? Около 2000, да, вот. И, ну, я хотела просто уточнить, медсестер мужчин, много ли на это количество людей? 59 человек. Ого, ну так это все-таки, оказывается, не такая уж и женская профессия, если так. Вот мы уже подошли к тому, что вас поздравляли в областной больнице, да, и Сергей Анатольевич, и принимали вы поздравления от руководства области. Наша съемочная группа была на этом мероприятии. Я предлагаю посмотреть, как все проходило. Внимание на экран. Одна за одною пані у білих халатах виходять за нагородами. Медсестер у лікарні Мечникова майже 2000. Більшість жінки. Чоловіків на усю цю армію лише 10. До речі, їх теж називають медсестрами. Посади медбрата у лікарнях немає. Рік як допомагає хворим і Аліна Корнілова. Працює у відділенні нейрохірургії. Там, розповідає дівчина, дуже складні пацієнти. Багато що залежить від уважності медсестри. Виповнення... назначение доктора, ну и уход за больными, уколы, капельницы. Очень много зависит от медсестры, она должна наблюдать состояние пациента и в том, если состояние его ухудшилось, доктору все сказать. Лікарям без медсестер ніяк, переконаний головний лікар Мечникова Сергій Реженко. Каже, саме на їхні плечі лягає найтяжче – цілодобове перебування біля ліжка хворого. Все вихаживання больного, всі маніпуляції, весь уход і чоловічні чувства напрямую і в цілому залежить тільки від медсестри. Робота врача більш автоматична, більш склонна. Скажем, искусство, а работа медсестры человеческая. Я выросла в этой больнице, я люблю ее. Это наш родной дом.
Олена Юрівна пропрацювала у Мечникова 30 років, а медсестрою – майже 40. Довгий час асистувала лікарям в операційній. Каже, сучасні технології значно полегшили працю сестер. Наприклад, не треба уважно рахувати краплі у крапельниці. Це зроблять дозатори. А от ситуації, які чіпляють за душу, не змінились. У кожного з нас за плечами є своє кладбище у реанімаційних. Я пам'ятаю їх всіх. Я пам'ятаю свого першого больного, який у мене умер, к сожалению. Я помню, как я радовалась, когда говорили, что он умрет, а мы его переводили в другое отделение. Я все это помню. Середня зарплата медсестри по Україні – 4 тисячі гривень. Це одна з причин нестачі таких фахівців. За даними Ради захисту прав пацієнтів, в лікарнях бракує 200 тисяч медсестер. Все равно, как мы видим, нехватка медсестер по всей Украине. Наталья, как вы пришли в профессию? Почему вы решили стать медсестрой? С самого детства я мечтала быть медсестрой, помогать людям. И любовь к медицине мне привила моя мама. Я очень рада, что пошла по ее стопам. Она тоже? Она врач или медсестра? Она тоже средний медицинский работник. Вот. И очень рада, что работаю в медицине. Вы заканчивали в Днепропетровске? Днепропетровское медицинское училище. И все-таки, были ли какие-то предпосылки? Может быть, мама, это понятно, но тем не менее, это же нужно было еще отучиться и не потерять веру в это, еще пройти интернатуру, да, или как? Нет, это не интернатура, не у вас... У нас 3 года учебы. А потом стажировка? А потом пошла на практику в больницу Мечникова, и так и осталась там работать. Сергей, у вас есть кто-то? Нет, у меня в семье нету медиков, я, скажем так, первооткрыватель в нашей семье. Медицине. Я тоже с детства мечтал стать медиком, поэтому, закончив школу, сразу поступил в Днепропетровскую государственную медицинскую академию на факультет бакалаврат. Закончив его, сразу пошел в больницу Мечникова, поскольку я проходил сюда там практику, и она мне очень сильно нравилась. Я пошел, устроился сразу в реанимацию. С того времени до сих пор и работаю так в реанимации. Сразу в реанимацию? Это вас распределили или вы в принципе... Нет, это было мое личное желание. Ну вы очень... это же тяжело, безумно тяжело. Это безумно тяжело, но это ответственность, это интерес, это постоянное развитие. Поэтому меня и привлекла реанимация. Но был какой-то толчок? Почему решили? Может быть, какая-то история или там кто-то говорил, что в реанимации самое сложное, если ты в реанимации вот сможешь, то выдержишь все. Да, вот как раз и было такое. Если сможешь в реанимации, тебе потом не будет, ничего не страшно не будет. Поэтому захотелось получить богатый опыт. Богатый опыт можно получить только в реанимации. Для того, чтобы потом смочь работать в любом отделении. Ну все, теперь Наталье нужно переходить в реанимацию или как, судя по вашим словам. Татьяна, как вы, у вас есть кто-то из родственников, да? Да, есть. У меня бабушка работала перевязочной медсестрой. И тоже захотела стать я медсестрой. Только сначала я работала постовой сестрой в военном госпитале, а потом тоже как внутри что-то сказала. Хочу вот операционной сестрой работать. И пришла Мечникова работать операционной сестрой сразу в ургентную операционную. Постовая медсестра, это что она делает? Просто уколы, капельницы, уход за больными. А вот операционная медсестра, в чем разница? Понятно, что много нюансов, но тем не менее, основные. Что нужно знать для того, чтобы стать операционной сестрой? Мне кажется, должна быть внимательность, такая более внимательность. В принципе, на посту тоже, не знаю. Тут внутри мне захотелось стать операционной. Знание инструментов тоже, инструментария. Еще не дай бог не тот инструмент подать, это же вообще... Там, конечно, намного более ответственная работа операционная, интересная. Каждый раз что-то новое в ургентной операционной. Каждый раз что-то новое? Да. Так оно же бывает и страшно новое. Страшно, ко всему привыкаешь. Кроме того, что вы знаете набор инструментов, задача так, чтобы, задача стерильности, это, я так понимаю, не совсем ваша. Асептика, антисептика, это тоже входит в мою обязанность. Вы тоже следите, чтобы все было стерильно, стерильно. Воздух в операционной? Воздух, все закрывается, все стерильно, все моется, все обрабатывается у нас. За этим всем следим, медсестры следят. Наталья, а какая вот для вас самая такая, не скажу сложная, но интересная категория пациентов? Сложная. Сложные, наверное, это возрастные люди, которые имеют не одно заболевание, а несколько заболеваний.
Вот. Это, наверное, самая сложная категория. Ну так они же в основном, как бы молодых людей не так много, я так понимаю, в больнице. Или сейчас в последнее время стало больше обращаться? Много. Больше молодых. Больше молодых в больнице? Mm-hmm. Ну, с черепно-мозговыми травмами и опухолями сейчас много молодых пациентов. У вас в реанимации как пациенты, ну, какие чаще всего попадают? Я не беру последние 3 года, понятное дело. Наша реанимация изначально была специализирована на политравма, называется, потому что поле – это много травм у одного человека. То есть в основном мы занимались после ДТП, кататравмы, это падение с высоты, утопленные. То есть самые тяжелые пациенты – доставались, как говорится, нам. С вами работают психологи? Ну, я не говорю, что это... Ну, просто вот, как по мне, так я бы не знаю. Я бы, наверное, каждый вечер приходила... Вечер, каждое утро или как там, после смены. Это очень тяжело, очень сложно. Или, в принципе, как бы вы изучали психологию, я так понимаю. То есть каждый из вас сам по себе психолог. Да. А бывает ли так, что обращаются пациенты, вот просто приходят поговорить, уже после того, как выписались? Ну, наверное, это к Наталье больше. Приходят и навестить, и узнать, как дела, к соседям по палате, если те недавно лежали, и к работникам тоже. А если необычные какие-нибудь подарки? Ну, вот что пытались подарить, я не говорю, что получалось, потому что там не все можно, да, вот, тем не менее. Какие благодарности? Или вообще, вот, Сергей, что такое вот тронуло за душу больше всего? Ну, как бы насчет подарков, мы работаем не ради подарков. Для нас самый большой подарок – это видеть здоровые, сияющие глаза пациента, понимать, что из безнадежного, казалось бы, больного – мы смогли выходить, остановить его и вернуть полноценной жизни. Это самая большая благодарность для нас. Ну вот как, безнадежный больной. Вот к счастью, очень часто было такое, что слышали, безнадежный больной в больнице Мечникова, а потом спустя какое-то время пошел сам даже. Безнадежный больной – это когда травмы несовместимы с жизнью. Есть такое понятие в медицине. И как бы понимая, что шансов выжить у него крайне мало. Ну вот, когда он начинает потихонечку идти на поправку, когда начинает открывать глаза, там делать первые глотки воды из ложечки, скажем так. То есть он как маленький ребенок заново начинает все делать, все учиться. В этом мы ему помогаем. И когда он полностью восстанавливается, и ты его видишь уже полноценным здоровым человеком, вот как бы это самое хорошее. Своим детям пожелали бы стать, чтобы вот они стали медсестрами? Но если они захотят, я не буду сопротивляться. То есть не так, что «ой, только не туда, сам не Нет, ухожу, мне там это нравится». Это их выбор, и я не буду препятствовать. Татьяна, вы бы тоже, как вот вы бы за то, чтобы у вас была целая династия медсестер в вашей семье? Нет, ну это выбор ребенка. Если захотел бы, то пошел бы. Но он не захотел, он пошел в другую у меня стихию. Может быть, и к счастью. Может быть, да. Наталья. У меня еще пока нет детей. Но ваша позиция в будущем была бы не против, если бы мои дети были в медицине. Вот этот конкурс «Лучшие по профессии». Вот все-таки для чего он, по вашему мнению? Что он, ну, чем он помогает в профессии? Помогает узнать чего-то новое, потому что на работе ты выполняешь свою работу, и это как-то однобытно все. А там ты познаешь что-то новое, учишь, занимаешься, сталкиваешься с теми вопросами, с которыми в работе мог даже не сталкиваться, ведь отделения, они профильные, не все там разбираешь. Это да, но все-таки есть же какие-то там аккредитации, что-нибудь, вот повышение уровня квалификации, вы же что-то такое делаете? Это не касается конкурса повышения. Ну, нет, я имею в виду в принципе, по самой работе. Вот вы сказали, что конкурс помогает, да, там узнать что-то новое. Но ведь вы по работе узнаете очень много нового. Узнаем, проходят по работе у нас и конференции, и собрания на оперативные, там, где рассматривают все вопросы. Ну, и конкурс как-то тоже, может быть, больше дисциплинирует человека. По вашему мнению, вот... Доврачебную помощь должны ли внедрять, чтобы это изучали еще в школах? Как думаете? Думаю, что это нужно. Сергей, по вашему мнению, и почему? Я думаю, что это обязательно нужно, чтобы
еще даже со школьной скамьи детям прививали и обучали, как правильно оказывать доврачебную помощь. Потому что не всегда рядом может оказаться взрослый, который сможет квалифицированно оказать помощь. Поэтому детям, да, я считаю, необходимо внедрять это в школьные какие-то предметы, науки, для того, чтобы они могли оказать полноценную доврачебную помощь. Татьяна, исходя из вашего опыта, скажите, бывали ли случаи когда-нибудь в жизни, когда вот, понятно, что вы как медсестра операционная, вы всегда помогаете хирургу в операционной, без вас и операция не состоится. А вот в жизни такое, что вот шел и помог человеку, бывало ли такое? В моей жизни не приходилось. Но тем не менее, да. Нужна ли вот... Ну, конечно, нужна, да, нужна. Азы, даже вот когда... Азы, конечно, надо прививать в школе азы. А где могут они пригодиться? Ну, в любом месте, на улице. Даже на пляже? Человек, даже, да, если... даже на пляже. Вот стало человеку плохо, и нужно оказать помощь. Это врачебно. Вот в прошлом году, насколько я помню, когда тоже, ну, естественно, вас поздравляют каждый год, вот одна из медсестер сказала, что для нее день медсестры – это как второй день рождения. Как вот для вас? Как вас в семье, может быть, поздравляют с этим днем? Поздравляют. Приеду домой, будут поздравлять. Как раз после эфира, думаю, что будут поздравлять. Наталья, вас поздравляю дома. На всех дома ждут. Да. С поздравления, с праздничным... Ну уж извините. Ничего страшного. Наталья, вы воспринимаете это как второй день рождения? Думаю, да. Ведь это именно наш праздник, праздник нашей профессии. Ну а что, вот праздник нашей профессии. Есть еще день медицинского работника. Вы же его тоже отмечаете? Вы же тоже имеете к нему непосредственное отношение? А это конкретно медсестры. Ну, а в чем разница? Вы ощущаете как-то по отношению или как? Ну, ведь все-таки день медицинского работника, день медсестры. Как-то, мне кажется... Может, вас премируют? Два праздника у нас получается. У нас получается два. Как журналист уже молчал, у нас их тоже очень много, этих праздников. Чего не хватает современной медицине? Я не говорю сейчас о конкретно больнице, в которой вы работаете, вот в целом. Ну, у нас же хотят сделать страховую медицину, да, вот как-то меняют там реформу здравоохранения. Вот, Сергей, что бы вы, ну, вот как посоветовали? Может быть, там равняться на Европу или что? Вот что делать? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы наша медицина максимально приблизилась к европейской медицине по уровню оснащения и по уровню... образованности, скажем так, медперсонала. Это в целом говорим, в целом, по Украине. Да, да, в целом об Украине. А бывало сталкивались с тем, что приходишь в больницу, я имею в виду сейчас другие города, вот вы знаете, какая там ситуация с обеспечением? Ну, я не сталкивался, скажем так, с другими больницами. Много слышал, но я слухам не верю. Наталья, что бы, вот, по вашему мнению, чего тоже не хватает вот, в современной медицине? Ну, это даже как не то, чтобы чего не хватает. Вот чтобы, как вы думаете, что в будущем может измениться, что может стать лучше там? Может быть, действительно там во всех аптеках будут бесплатные лекарства для всех больных? Ну, вот чего бы хотелось? Будем надеяться на бесплатную медицину. Полностью? Да. Татьяна? Тоже присоединяюсь к Наталье. Ну, а да. Тогда вот хочется, чтобы вы в преддверии, ну, точнее, не в преддверии, а в сам день... медицинской сестры, ваш профессиональный праздник. Что бы вы хотели сказать коллегам и пациентам? Татьяна. Коллегам, как бы и пациентам. Хотела бы я, во-первых, пожелать мирного неба над головой всем. Вот. Здоровья, счастья, всего-всего, радости. Вот так вот. Самое главное – здоровье желаю в преддверии нашего праздника. Дай Бог, чтобы мы остались без работы, да? Я думаю, не останемся все равно. Это да. Сергей, ваше пожелание, что вы хотели? И коллегам, и пациентам. Хотел бы тоже присоединиться к пожеланиям, пожелать в первую очередь крепкого здоровья, выдержки, терпения и мирного неба над головой. И чтобы наша замечательная больница во главе с Сергеем Анатольевичем все-таки перешла опять на мирные рельсы. Это как? Для того, чтобы... Ну, я хочу пожелать, чтобы закончилась война. То есть мирные рельсы вы имеете в виду, ну, не только чтобы количество... чтобы больше к нам не поступали молодые ребята из зоны АТО. Наталья, что бы вы хотели пожелать? Ну, вот всем пожелали, сотрудникам, всем медсестрам я желаю успехов и в работе, и в жизни, а пациентам скорейшего выздоровления, больным людям. А я лично вам желаю, чтобы вы... победили на всеукраинском конкурсе, который состоится осенью. Вас я благодарю за то, что вы делаете. Сергей, я просто была один раз в реанимации, было очень сложно. Меня оттуда выводили. И то, что вы делаете каждый день, ну, это просто здорово. Татьяна, ну, с вами просто... Ну, без вас ни один хирург не справится, это однозначно.
Дякую за відверту розмову. Вже 3 роки ми переоцінюємо не тільки моральність, а й ціну людського життя, в тому числі і завдяки нашим гостям. Я нагадую телеглядачам, що у гостях Грани були янголи у білих халатах, медики обласної клінічної лікарні Мечникова. Зі святом вас! Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. До зустрічі!